У нас с сестрой было тяжелое детство. Мы чуть не погибли в лапах ведьмы. Но это лишь сделало нас сильнее. Мы попробовали крови. Ведьминой крови. И остановиться уже не можем. Меня зовут Гретель. А это мой брат Ганзель. Я не допущу, чтобы вы указывали мне, что делать. Как лучше всего убить ведьму? Лучше всего отрубить ей голову. Это не мое. За последние 2 недели у нас в городе пропало 5 детей. Ведьмы так открыто не работают. Сомневаюсь, что мы ищем ведьм. Здесь что-то другое. Детей нужно найти. Вот с этого и начнем. Покрошим их всех. Вы получили мое приглашение? У них моя сестра. Гретель! Это что-то новенькое. Круто. Доброе утро, солнце. Ты, наверное, шутишь.